Мы возвращаемся в Аль-Шадим, храмовый город древнего народа. Итак, нами уже ликвидировано сколько? Магов? А, уже четверо. Осталось три мага и два из них прямо здесь. Но не будем спешить с ними. Осторожно, ничего не трогай. Хорошо, я буду осторожен. Я часами приводил в порядок весь этот хаос. Ты не поверишь, сколько древних, и как тяжело, и утомительно все это. А что насчет артефакта Стражи Мертвецов? Стражи Мертвецов? Стражи... А, вот. Цитирую. И Страж Ярогал зашел. Давай ближе к делу. А, вот. Нес он и упокоил тех, что... И что все это значит? По-моему... Насчет этих древних артефактов. Да, да. Большей частью это... Вот, например... Оляшка, Оляшка в самом соку. Любовное письмо? Поваренный рецепт. Это древнее, но бесполезное знание. Расскажи мне. Древнее знание, не владея этим письменные таблички. Вот эти таблички. Ты можешь? Да, мне удалось. Если хочешь... Пока... Ты знаешь что-нибудь о пятом храме? А, об исчезнувшем от Т-13. В кратком изложении, пожалуйста. Хорошо. Мы считаем, что есть... Пять храмов, и в каждом лежит артефакт. Да! Так и должно было быть, но так не было. Последний артефакт, кольцо, никогда не попадал в храм. На наше счастье, иначе бы вся эта... А где же тогда это кольцо? Я процитирую. Но не пошел он в храм, и стопы уводили его далеко от страны. То есть он пошел на север? Надо полагать, о причинах мы можем... Что дает магическое кольцо? Ему больше тысячи лет. Вероятно, оно надежда... Так где же мне искать кольцо? Ищи его... На севере. Может быть, у магов огня... Храм магов огня разрушен. И монастырь в Нордмаре тоже? У них же там... Это на другом краю света. Да, идти придется довольно далеко. Но ведь тебе не обязательно отправляться туда немедленно. Неинтересно.
Открой храм Альшедима относится к Моросул. А вот общие квесты. Исследуй руины. Так, карта руин, вот. Дома жрецов, стражи мертвых, храмовый боец, школа воинов, квартал целителей и древняя библиотека. Полезная карта. Нужно будет обыскать все руины. Вот, каменная табличка жрецов. И самое-то, что неудобное, нам не указали нигде, сколько этих табличек. То есть придется действовать наверняка, собирать вообще все. Но надеюсь, телекинез мне поспособствует в этом. Главное все делать своевременно и четко по кварталам. Это гораздо удобнее, чем бегать наобум по всем руинам. А вообще, помнится, этот квест я проходил очень долго как-то. Первый раз, когда, кажется, его проходил. Невероятно долго ползал всем этим руинам, уже проклиная все там, всех строителей этих зданий, потому что, ну, не мог найти. Все артефакты. Прекрати использовать магию. Так, насчет телепортационного камня, кстати. Сюда должен быть камень телепортации. Если я правильно помню, он в каком-то сундуке лежит. Неподалеку вот от входа. А, или в этой, или корзине. Да. Вот, телепорт в Альшедим. Очень хорошо. Ничего нового. Так, две таблички есть.
По-моему, 5 табличек этих существует. Одно хорошо, появится сообщение о выполненном задании, когда мы соберем все. Иначе было бы невероятно тяжело. Представьте, собрали вы все, но вы об этом бы не узнали. И так и пришлось бы бродить. До тех пор, пока случайно не попробовали бы сдать эти таблички магу. Так вот, дорога отделяет уже дома жрецов. Хорошо, одна осталась. Одна табличка, судя по всему. Где-то она здесь. Вот она. Значит, есть шестая. Да, вот шестая. Значит, есть седьмая. И, возможно, даже восьмая. Артефакты различных каст отличаются по количеству. Кроме всего прочего. Драгоценности. Так, это уже стражи мертвых. Похоже, это тот же древний народ, что и в Яркендаре был, только этот Иннос поклонялся Диоданусу. Но также стражи мертвых, ученые, жрецы, целители, те же касты. Так, ну а я не закончил со жрецами, поэтому не пойду к стражам мертвых. Так, это еще жрецы должны быть. Ах, опять началось это блуждание. Просто хожу, совершенно не понимаю. Больше ничего нет. Где я? Вот 6 каменных табличек жрецов. Очень легко пропустить. Просто не повернуться где-нибудь.
в нужном месте. Итак, это табличка жрецов. Ах, черт. Ну, конечно. Да, их 7. Я же использовал молнию. Просто достать оружие. Ну, последний используемый, нажал клавишу. Думал, что бегу с телекинезом. Ну что ж, начало есть. Все таблички жрецов собраны. 7 штук. Двигаемся дальше. Стражи мертвых. Вот дороги служат ограничением, разделением этих кварталов. Вот. Урны. Стражи мертвых. Вот такая вот урна. Урны найти легче всего. Но я думаю, это и так понятно. Одно дело. Такую большую урну, и совсем другое — каменную табличку, которая может валяться где угодно. Хорошо помню, что при первом прохождении именно вот эти вот урны я нашел в первую очередь.
Чёртова нежить, как она мне надоела. Когда я в первый раз пробегал, здесь уже немало уничтожил этих отродий. Ничего. Ух ты, изогнутый меч нашли в железном сундуке. Ничего. Черт, я потерялся совершенно. Где битва-то была? Где-то здесь ведь. Меня отвлекли уроды эти. Там храм. Черт, я вообще у жрецов, что ли? Ничего не понимаю. Как я здесь оказался? Ах, да, вот ведь она, дорога.
Я и думаю, представляю одно место и не могу его найти. А все потому, что находился совершенно в другой части руин. Да, вот она. Массовая бойня была. Тут списочный сундук. Старый. Так, что здесь? Амулет доспехов. Опять ерунда. Бесполезная. Сломано. И мы нашли ключ от храма Аль-Шадим. Четвертый ключ. Сатурн сдал нам из квартала жрецов. Стражи мертвых найдено. Ну, совсем немного осталось. Два ключа нужно отыскать. Два в кармане. Один у Сатураса. Так, сколько я там уже этих урн-то насобирал? А вот 7. По-моему, еще одна будет. 8-я урна. Сейчас ее найду по-быстрому. Телекинез должен хорошо поспособствовать в этом деле. Так, это не она? Да, это она. Нет, 8. Еще есть урны. Видно-то их хорошо, но все же они неплохо расставлены. Да и квартал сам по себе достаточно большой, что добавляет трудностей в поиске. Так, ну здесь вот был уже где-то в этой области, похоже, что пропущена урна. Корзина вскрыта. Где-то здесь я чувствую, что мало побродил. Именно вот в завершающей части, так сказать, руин квартала стражей мертвых. Да, но я ничего не могу найти. Ах, да, вот она. Что еще? 9.
Вот где 10-я, я уже ума не приложу. Да, вот именно я чувствовал, что у храма. В этой области. Тут даже две. Все. Есть все урны. Прекрасно. Оставайтесь с нами, продолжим в следующей серии.